Всем привет! Рада приветствовать на нашем канале снова. И сегодня я покажу вам поделку домашнего домовенка. Такой вот очень простой, мягенький, внутри поролон. Очень аккуратно все сделано. Дальше зависит от вашей фантазии. То есть, что вы хотите налепить на домовенка, все аккуратно сшивается. Дарится на любой праздник друзьям. У каждого дома должен быть вот такой вот домовенок обязательно. Красиво еще закатывает глазки. Вот такой вот домовенок.